Приветствую, друзья, вы на канале Protest Drive. У меня есть целый съемочный день, несколько сотен километров и всего 20 минут этого видео для того, чтобы вам рассказать самое важное об автомобиле Chang'an UNI-V. Для тех, кто любит побыстрее, для тех, кто любит пониже, для тех, кто любит автомобили бизнес-класса. И у нас сегодня лифтбэк или спортбэк. Мне он очень напоминает автомобиль Audi A7 и в первую очередь вот этой линии. Да, у нас здесь с вами огромный багажник. В подполье у нас докаточка. Слушай, какая благородная кожа, такой бежевый оттенок. Да, не идеально ровно у нас история, и спать у нас здесь не получится вот из-за этой вот двойной ступеньки. Но крупногабаритный груз сюда, в общем-то, с легкостью войдет. Добавляет стиле потрясающая LED-оптика. Ну, в плане дизайна, конечно, китайцам уже не надо говорить о том, что они кого-то догоняют. Но то, что я вижу сейчас, это, ну, прям вот образец того, как должна выглядеть машина в 23-24 году. В стиле Lamborghini Urus Aventador. Такая вот у нас защитная накладка. Это а-ля карбон или карбон? Ну нет, все-таки это штамповка под карбон. Поэтому немножко будет царапаться. По всей длине бампера встроены парктроники. И камера заднего вида. Камера заднего вида находится достаточно низко. Поэтому, ну, частенько вы будете подходить и делать вот так. Для того, чтобы было чисто. Линия автомобиля, конечно, потрясающая. У нас огромные черные диски. Очень идут этому автомобилю. А вот цвет автомобиля, на котором мы поедем, он еще более дорогой. И мне кажется, вот эта машина очень хорошо будет смотреться в светлых цветах с черными дисками. У нас здесь выдвижные ручки, как на Range Rover Velar. Ну и давайте посмотрим, как он выглядит изнутри. Уже знакомая по Unique бараночка. Я рассказывал в той программе, почему у нее сделан верхний срез. Для того, чтобы нам прекрасно видеть верхнюю панель приборов. Есть у нас светодиодная подсветка по дверям, по всей передней панели. И практически все вот этажи, они такие с деталями. То есть нет ни одной простой детали, которая, ну, вот просто стояла бы как заглушка. То есть дизайнеры поработали прямо на ура. Здесь у нас режимы вождения. Их всего 4. Это Normal, Eco, Smart, то есть режим, который подстраивается под ваше вождение. Ну и, конечно же, Sport. Сегодня именно в нем мы погоняем. Так, подлокотничек с одной у нас дверкой. Подлокотник со встроенной вентиляцией. Достаточно большой. Ну и вот здесь у нас такая парящая консоль. Подстаканники без фиксаторов. Форма сидений напоминает электромобиль или какие-то концепты. Потому что, ну, раньше без вот этих нерегулируемых подголовники мы видели только на каких-то концептах, на автосалонах. Ну, а сейчас они идут в серию. Мне очень нравится форма этих сидений. Нравится, что она перфорирована. Ну и по качеству кожи тоже такая очень приятная. Центральная часть с рояльным лаком. Здесь у нас есть подсветочка, люк. Друзья, осматриваю этот автомобиль, кажется, что он уже побывал в тюнинг-ателье, например, Мэнсери. Но на самом деле все, что мы видим здесь, отделку псевдо-туманок, вот такой вот с огромными выштамповками бампер, огромное количество дизайнерских решений, все это штатная история. Оценим комфорт задних сидений. Вот кроссоверная привычка, здесь приходится нагибать голову. Огромная панорама перед пассажирами заднего ряда. Места, ну, я считаю, более чем достаточно. Подлокотничек у нас. Стаканчики, подстаканники тоже без фиксаторов. Есть у нас здесь кармашек традиционный. Воздуховоды, USB-порт. А что это за история, мне совершенно непонятно. А, слушайте, может быть, это для того, чтобы можно было мобильный телефон сюда закрепить? Ха! Прикольно. А это что у нас за логотип москвича здесь в Чангане нарисовался? Форма задних подголовников тоже интересна. Она здесь уже регулируемая. При этом форма весьма и весьма футуристичная. А вот обзорность через заднее стекло, ну, практически отсутствует совершенно. Наверное, эту задачу должны решать камеры 360. Ну и на самом деле у меня не так много времени для того, чтобы рассказать вам самое главное о Chang'an UNI-V.
не то, что мы можем увидеть в салоне, это не более там 3-5% знания о машине. Ну а мы отправимся на тест и сегодня проедем несколько сотен километров для того, чтобы понять, что можно ожидать от Чанган Юниви, в чем он хорош, а в чем немножко не догоняет и, может быть, будет недостаточен для ваших ожиданий. Но машина точно интересная, внешний вид ее меня заводит. Давайте будем узнавать, как она ведет себя на ходу. Ну что, друзья, время садиться за руль. Ключи у меня в кармане. Я принципиальными не буду пользоваться. Посмотрим, как работает бесключевой доступ. Подходим к автомобилю. И опаньки! Приятно такое гостеприимство. Ага, ну что, отстроимся. Сиденье под себя. Слушайте, сегодня июнь, но на самом деле прохладно. А, вот они есть, подогревы сидений. Класс. Ну что, друзья, все остальное я предлагаю показать вам на ходу. Оператор, прыгай. О! Управление рулевой колонкой и по глубине, и по высоте. Фиксируем прямо на ходу. Да, вывел я специально датчик давления в шинах. Вообще у меня в автомобиле всегда датчик давления в шинах передо мной, потому что очень часто бывают перепады каких-то давлений, перекачка шин, недокачка не есть хорошо. Блин, ребята, реально комфортно, вот реально, как будто в какой-то компьютерной игре. Да, вот сейчас меня активный круиз сам оттормозил. Вот давайте сейчас поймаемся за этой BMW. Управляется сам автомобиль. Видишь, что 19 метров до BMW. Вот меня оттормаживает сам. Вот ногу я убрал. Да, то есть активный круиз. Разгоняемся. Тормози только заранее, пожалуйста. Не хотелось бы догнать бэху. Да, все прекрасно, тормозит. Ну вот все-таки мир современных моторов. Полторашка. Что такое полторашка? Турбированная. И как она трогается в режиме эко, в городском потоке, ну, по крайней мере, вот в провинциальном нашем городе, мне нравится. Очень адекватные тормоза, слышал, что их ругали. Ну, не знаю, за что здесь ругать. В принципе, тормоза очень такие прихватистые. Очень мне хочется попробовать режим спорт, но сделаем мы это чуть попозже, на менее загруженной трассе. Вот, пока вождению претензий нет. Сейчас нам камера перестанет стрелять в спину, и немножечко мы разгонимся. Ну, ребята, да. Как мне нравится. Класс. Прикинь. Показываешь, это не надо. Ну, кайф, конечно. Да, друзья, в режиме спорта эта машина реальный кайф. Непередаваемые ощущения. Все-таки у седанов есть свой кайф. Жалко, что недолго такие скоростные участки длятся. Теперь поедем как все. Поворот я уже, наверное, бы оттормаживался. Здесь мне наоборот хочется поострее в него зайти. Ну, китайцы, ну, китайцы. Такое ощущение, что ты едешь на Audi. Друзья, первый косяк и свой машины обнаружил. Включил я подогрев сидений. Оказывается, это не подогрев сидений, а их вентиляция. И, к сожалению, ни обогрева руля вот я не вижу, ни подогрева в сидении в этой машине нет. Вот топ здесь камеру на 40. Друзья, очень комфортное пространство у нас между пассажиром и водителем. То есть широченный подлокотник. Здесь наш банкетный столик с подстаканничками. Ну, в данном случае вот эту нишу я использую как зарядку для телефона. Но, конечно, в дальнем путешествии мы сюда поставим кофе, водичку, какие-то любимые напитки. Ну, в принципе, что сейчас мы сделаем, посмотрим, насколько гостеприимно салон Чанган Юниви принят все наши покупки. Так, мне надо разобраться, где у меня бак. Да, друзья, в турбированные моторы я рекомендую заливать топливо не ниже 95-го. Ага, не открывается, значит, где-то у нас есть потайная кнопочка. И вот она. Заводской расход топлива вы видите прямо сейчас вот здесь на своих экранах. Ну, а в нашем путешествии обычно бывает на 30-40% побольше.
Здравствуйте. Нам 95-й полный бак, 2 капучино и 2 водички. Вот крайне классная штука сейчас, когда у меня полные руки всего, воспользоваться бесключевым доступом. Ну все, идеальная история. Водичка у нас сюда, кофе сюда. И кофе, большой стакан, ходит идеально. А вот воду я, скорее всего, уберу в дверь. Для того, чтобы она здесь у меня не мешала. Ну что, баки полные. Пора переходить к основным испытаниям. Многих смущает то, что рулю сверху и снизу скошен, удобно ли поворачиваюсь. Весьма вероятно, сейчас у меня будет резкий поворот. Ну, все очень прогнозируемо. Наоборот, я даже как бы более точно знаю, в каком положении у меня руль. Ну и могу сказать, что дискомфорт это точно не доставляет. Какой бы спортивный автомобиль вы ни купили, рано или поздно ему съезжать на грунтовку. Опа! Ну все, UNI-V, закончился для тебя асфальт. Так, ну что, сразу же мы переходим в режим эко, потому что жесткость подвески режима спорт нам не нужна. Ну и грунтовка такая, я вспоминаю, что 2 недели назад я ехал здесь на своем Subaru. Ну тоже было не супер комфортно. Но что мне нравится, то что подвеска глухо отрабатывает удары, то есть нет вот этого звякания, металлического лязга какого-то или избыточного шума арок. Видел я, как один блогер гонял по щебенке и кричал, что нет в машине шумоизоляции. Ну, конечно, изоляцию арок я бы с удовольствием добавил, но когда ты едешь по щебенке, спасти тебя может только поролон на днище, чего в природе не бывает. Так что, в принципе, по аркам, вот при езде по такой дороге, я считаю, что все вполне адекватно. Друзья, вот едешь по этим сельским полувоенным дорогам и понимаешь, насколько Чинган ушел далеко от своих корней. Да, ведь изначально это был бренд, который выпускал военные автомобили для нужд китайской армии. То есть фактически был российским УАЗиком. Но наш УАЗик до сих пор не выпускает спортивные седаны. А Чинган вот создал, и в общем-то неплохо у него это получилось. Вдоль мы покатались по грунтовке. Все приемлемо, надо быть аккуратным. Самая опасная история, которая есть у Чингана, это, конечно же, высота переднего бампера. То есть, ну, кочки никакие мы не подрезали, но даже шуршание травы было таким не очень приятным и заставляло напрягаться. Я думаю, что пора выезжать из не самого основного для этого автомобиля контекста. Сейчас у нас будут скоростные испытания. А не врут ли блогеры, ребята, про плохие тормоза у Чингана UNI-V? Потому что и управляется он прекрасно, и тормозит точно так же хорошо, как разгоняется. Ребята, проверьте сами. Если сравнить автомобиль этот с Porsche Panamera, наверное, да, чуть-чуть тормозных усилий вас не хватит. Но если говорить о классическом седане, будь то Toyota Camry, Чинган не то что не хуже, он тормозит лучше. Поехали. Скоростные испытания есть смысл проводить только в режиме спорт. Динамика прекрасная, вот уже больше соточки мы наваливаем. Ну и давайте немножко вправо-влево его помотаем вместе с оператором. Прекрасно держит, сейчас у нас будет резкий разворот.
тормоза. Волшебно. Все абсолютно контролируем. Может быть, в самом низу педаль становится чуть-чуть ватной. В самом низу, когда вы уже упираетесь. Но это, вероятно, связано с системой работы ABS. Вот. А так скорость сбивается прям прекрасно. Единственное, что мне не нравится, это небольшая задержка. Переключение из режима там задней передачи в переднюю, например. То есть проходит какая-то секунда. То есть, когда тебе надо по трассе резко развернуться, конечно, этого может быть недостаточно. Ну, давайте помотаем снова. Оператор, держись. Ребят, ну вот вопрос у меня, я знаю, что вы любите выявление недостатков и так далее, но не понимаю, зачем делать хайповые тесты и, ну, грязью поливать машину, которая, в принципе, все делает для этого класса в прекрасном режиме. Коровки! Вот либо следующий поворот налево. Да, все-таки часть претензий к изоляции арок была правдивая. И, наверное, на своем Юниве я бы сделал изоляцию колесных арок. И, может быть, какой-то шумопоглощающий материал нанес бы на днище, потому что звуки доносятся именно оттуда. Мотор слышен только на высоких оборотах, и то эти звуки я бы называл приятными. А вот звуки трассы не очень хорошие, хочется слышать. И когда ты идешь по идеальному асфальту, безусловно, все это прям не напрягает. А вот когда по такому... Так, друзья, наверное, это съезд к реке. Давайте попробуем. Меня удивляет, когда сдаешь задом на парковке, и вот они тебе ровно, как бы, зайду в мертвую зону, и вот там и есть. Ох, и какой волшебный лес у нас начался. Как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Как мне помогает, ребята, сейчас эта штука. Прям идеальная информативность, потому что можно зацепить какую-нибудь корягу или куст, или что-то еще. А так вот прям он и направление показывает. То, что надо. Я вообще не смотрю в зеркала. Если на внедорожнике мы эти действия делаем, в общем-то, с легкостью и спокойствием, даже где-то зацепим кочку-ямку, то на седане с такими красивыми бамперами это может закончиться печально. И вот эта история прям огромная польза. Сейчас у меня показывает и передняя камера, и камера обзора сверху. В общем-то, в принципе, я вообще могу ехать, несмотря вперед, пользоваться только этими камерами. Обратите внимание, я не смотрю вообще вперед, смотрю только на камеры и имею полную прекрасную картинку дороги. Вот, ребят, несмотря на обилие камер кругового обзора, лопухи здесь все равно большие. И если вы любите смотреть по зеркалам, сейчас я вынужден повертеть головой, потому что выезжаем на дорогу общего пользования. Зеркала очень информативные, непонятно только наличие арабской вязи на них. Так, ищем мы путь к реке. Есть? Да я проеду. Смотри за передним бампером, самое главное. Ну, нормально, проехали. Друзья, это прикольно. Это мне страшно. На субарета я бы, не думая, нырнул бы тут с прыжка. Кож, за бамперами подглядывать. Задний-то вроде нормальный, а передний как вообще. Где мы не проедем? Вот и смотри, везде проедем. Да, вот здесь вот можно натичить. Да, вот оно, седана владение, приходится бегать по дороге. Бампер, клюв, смотрим, самое главное, клюв. Нормально? Друзья, мост субаристы, конечно, вообще не воспринимают это как препятствие, но такие перевалы опасны чем? Можно зацепить передний бампер, а у нас он, ну, очень красивый и очень дорогой. Поэтому внимательно. Так, что, налево или направо? Давай налево.
Друзья, в очень непривычном месте снимаем итоги теста Univi, спортседана, который надо бы мчать где-то на полигоне. Но сегодня мы рискнули бамперами и добрались сюда. Дорога здесь, конечно, такая. На внедорожнике я бы даже не задумался. Но, тем не менее, Univi красавчик. Посмотрите, какую красоту нас привез. Ну что, пожалуй, в этой красоте я расскажу вам о всех ощущениях автомобиля Чанган Univi. И, честно говоря, больше всего по своим повадкам, по внешнему виду, он мне напомнил Audio 7. Это и эта передняя оптика, и кузов, лифтбэк или спортбэк, как мы можем его называть. Хорошая динамика, конечно, Audio 7 напрямую он 100% проиграет, но, по крайней мере, он максимально где-то вот к ней приближен, и с точки зрения удовольствия от вождения, от управляемости. Очень в машине хороший отделочный материал, однако минусов. Какие моменты опасно ожидать от этого автомобиля? Ну, во-первых, если вы часто выезжаете на грунт, любите попутешествовать по лесам, самой главной опасностью будет вот этот вот прекрасный бампер. Выглядит он офигительно в стиле Lamborghini или какого-то тюнинга Mansory. Вторая история. Шумоизоляция колесных арок дополнительно, если вы ждете премиум седана, то, наверное, нужна. Что касается дополнительных минусов, это в первую очередь то, что машин сейчас не так уж и много, и, естественно, цена их может быть немножко выше рекомендованной розничной. Но что вы получите гарантированно? Офигительный дизайн, очень комфортное сиденье, вменяемую динамику и тормоза, которые блогеры ругали, я считаю, что вполне незаслуженно. Тормоза в штатном режиме работают прекрасно. Мотор в режиме спорта дает прекрасно свои 181 силу. А если вам сильно важна динамика, то стоит дождаться седана мощностью 226 лошадей. Тот же самый мотор, который стоит на флагмане кроссовере Uni-K. На такой машине классно путешествовать в хороших городах, путешествовать между городами, между которыми хорошие дороги. Прекрасно работает интеллектуальный круиз-контроль, то есть где-то в плотном потоке вы просто можете включить круиз, машина сама будет оттормаживать, притормаживать. И очень мне понравились, особенно были полезны в этом лесу, камеры кругового обзора, которые дают полную картинку, видят мельчайшие какие-то пенечки, рельеф, то есть полезный вид камеры, и которая дает обзор 360 сверху, и боковые камеры, которые видят то, что расположено с колесами, то есть для водителя, который привык пользоваться зеркалами и глазами, ну просто находится в мертвой зоне. К сожалению, не могу оценить свет, потому что ночного теста у нас не запланировано, но вот эти вот LED-фары, я уверен, что светят очень хорошо и выглядят очень круто. Любой тест, всегда говорю, очень субъективен. Просто если вас интересует машина в этом классе, офигительно красивая, еще очень и очень свежая, то нужно приехать к ближайшему дилеру Чанган или Чаньань и протестить Univi самостоятельно и оставить о нем свое мнение. А после написать в комментариях о том, каким вам показался этот автомобиль. С вами был Виталий Трейден, проект ProTestDrive. Увидимся на дорогах нашей страны и города. Пока!